Желающих набрать святой воды в день Богоявления в Канске традиционно очень много. Как рассказывают те, кто ежегодно приходит в Свято-Троицкий кафедральный собор на утро крещения, не все соблюдают правила и нормы поведения, однако в этом году жители Канска оказались многотерпимее и организованнее. Если они будут некорректно себя вести, оно им никакой пользы не даст, эта святыня наша вода. Нужно вести себя просто как можно тише и спокойнее, и же и вообще с добром это все надо делать. С добром будешь, и оно тебе и будет в пользу, эта вода. Некоторые из верующих отстояли в очереди, чтобы набрать святой воды, больше часа, рассказывают. Раньше бывали морозы под минус 40 градусов, но и тогда все равно стояли. Также отмечают, чтобы вода действительно помогла, недостаточно просто ее набрать, нужно еще и верить. Сейчас приду домой, говорю, я побрызгаю по всем уголкам, говорю, самый перекрещусь, говорю, попрошу Бога, говорю, чтобы дал мне благополучие, семью, говорю, дом, как говорится. Ну, нормально, говорю, надо верить. Вера, она всегда, говорю, есть. Наш русский народ всегда должен верить, и он всегда верил. Вера всегда побеждала. А некоторые люди пришли за святой водой не только для себя, но и для родных и близких. При определенных заболеваниях, как они отмечают, она особенно полезна, а способ применения весьма простой. Ну, во-первых, всегда на тощак по утрам пьем ее. Это раз. Во-вторых, почему я так много беру? Потому что у меня, ну, подопечные немощные, которые сами не могут, и поэтому я им разношу еще вдобавок. Ажиотаж среди верующих, говорят священники, легко объясним. В день празднования крещения Господня подобное происходит во многих соборах. Здесь, как говорят некоторые современные проповедники, здесь что-то дают. И действительно, в православных храмах в этот день освящается вода. И эта вода освященная имеет не просто какую-то чудодейственную силу, а самую настоящую священную значение имеет. Поэтому люди действительно приходят. К сожалению, многие люди, приходя за святой водой, как-то не совсем корректно могут вести себя, но в целом всегда проходит достаточно мирно и спокойно. Раздача святой воды продолжалась все воскресенье, с самого утра до 8 часов вечера. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.